все переворачивает. Опа! Ну-ка попробуй такое перевернуть. Как только поставишь воду, так и все. Вася. Вася, попробуй перевернуть. Уже нагрыз бумага где-то. Васька, попробуй перевернуть. Васи, стесняйся. Показательное переворачивание. Давай, пробуй. Васька, порошенька. Пришлось вот так сделать, все переворачиваем. Василий. Помните мультфильм про попугая? Эх, Василий. Василий. Иди. Ты что? Пугает. Василий. Шерсть дымом стала, холкот. Что не растет ничего? Только щеки. Ну так. Ну. Ну. Да не кусит. Кусается. Хита. Ну да, я же ему ставлю, он выворачивает все, а не показывает. Все, разольет воду, еду раскидает. Ой, страшная, говорит, деревяшка какая, да? Щит специально сегодня привез для тебя. Мебельный. Не твой запах, да? Говорит, не мой запах. Хвостом виляет, радуется. Чему ты радуешься? Мама, говорит. Мама привязала ведро веревками. Целый день маялся, но все равно же отгрыз и перевернул. Ну это не должен перевернуть. Да, ничего. Тогда прибьем к этому, к щиту. Кого? Ваську? Ваську прибьем к щиту. Вот у него такие скромные тарелки. Васенька, иди хрумай. Вредный. А он это сам запах, говорит, не тот. Сейчас тут грохот будет стоять, как после хорошей бомбежки. Боится, тянется. Он ведра тоже боялся. Завтра уборка, Вася, генеральный. Ой, блин. Васька, похудеешь, иди кушать. Ладно, пусть.